приливаем кислоту к сульфиду железа. Значит, некоторое время реакция раскочегаривается, то есть сейчас сероводород только начинает выделяться. Вот он еще только начинает выделяться. Нам нужно подождать, пока он раскочегарится. А ну все, считай, что прилило. Вот сероводород более-менее пошел, реакция более-менее раскочегарилась, и можно его направлять в первую пробирку с метилоранжевым. Так, и почему он у вас не булькает, а булькает? Но метилоранж краснеть не желает. Сероводород тут очень слабая кислота. То есть настолько слабая, что она даже метилоранж не окрашивает. Прям тоже? Да, прям прошу, пробулькал. Так, ну и вот марганцовка у нас коричневеет, да? Давайте еще подержим. Вдруг, видите, там выпадает белый осадок. Выпадает коричневый осадок, да? Потом коричневый осадок исчезает и образуется осадок какого цвета? Серого. Ну сейчас дайте, давайте коричневый осадок совсем уйдет, подождем и посмотрим, какого цвета осадок останется. Правильно, марганец О2. У тебя с марганцовкой останется до марганец О2, а марганец О2 восстановился дальше. И вот этот вот розовый белый осадок это либо сера, либо сульфид марганца. Ну там скорее всего и сера, и сульфид марганца, марганецес. Так, вот он булькает, да? Сейчас, смотрите, что с ним происходит. Мало того, что он булькает, он становится светлее, и там тоже наблюдается, что на букву О. Осадок. А какого цвета этот осадок? Какого-то светлого. Какого-то светлого. Как вы думаете, что это за осадок? Был йод. Йод восстановился до едида. Едид бесцветный. А сероводород до чего окислился? Просто сера. Но не это просто сера. А, да? Серьезно? Серьезно. Ой. И что же это за черный осадок? Купромес. Ага, он самый. Купромес, совершенно верно. Поджигай. Убирай. Долго не надо. Так, ну вот он горит. Так, и давайте вносить теперь в него холодную. Просто утверждается, что если направить пламя сероводорода на... Слушайте, подогрейте его еще чуть-чуть, а? Кого? Пробирку подогрейте еще чуть-чуть. Просто утверждается, что если... Хотя нет, он горит. Что если внести... А вот смотрите, уже... Вот видно голубого цвета пламя, да? Вот видите голубое пламя? Видишь? Он еле-еле видно. Еще погрей. То есть, видите, он даже, оно настолько холодное, что даже не хватает его, чтобы стекло, чтобы оно стало желтым от стекла. Еще погрей.